Все, поехали за ними. Значит, направление мы правильно. Все, правильно. Вот и за ним потихонечку. Не знаю, как мы потихонечку поедем. Спросили у мужика дорогу. Он так удивился, что мы на этой машине едем туда. Чего только нет по дороге. Вон то сувениры все есть. Даже на автобусах не привозят. Что не переживаем, не видим, не до нас. Хера себе, они когда приехали-то, блин? 5 километров ехать по такой дороге. Тут уже кто-то не доехал, оставил свою машину. Но Илья на своем танке проедет везде. Может пару? Поедем либо по бревнам, либо вот тут. Вроде кто-то есть, кроме дороги. Это не я телефон шатаю, это дорога такая. А ты открой, будешь снимать. Нет, там человек. 200 рублей было. 200 или 300, да. Вот 10 человек он садит. Ну, 2000 получается. Полтораха. Ну, рейсов 5-6 я в день буду, да? И обратно, да? Не, в одну сторону только полтораха. Ну, я имею 200 рублей. Слушай, да так можно десятку заработать за день, по идее. Ну, это от туриста, видимо, зависит. Да, ну, зимой, суббота, воскресенье, выходные. Ну, и зимой я тоже не могу, если особо на это. Я... Блин, как сейчас? Что там? Да потише. А, не, нормально, спокойно. Да потише, потише. Он не просто ныряет. Просто не сбрасывает, я подумал. Экстремальное видео. Да-да-да, вот так вот снимай. Вот это будет интересно в сторисе посмотреть. Да это будет на ютубе, похоже, фильм. Короче, за ягодами поехали. Там, говорят, они послаще, покрупнее, и их много. Так, вот за ними, я думаю, поехали. Такого баткака. Не город будет вспоминать эту дорогу. Какая гора. Ну что, Артем, как впечатление от такой дороги? Ну что могу сказать? Если бы Эля сзади не въезжала, было бы получше, конечно. Это вранье. Да нормально, нормально, вообще прикольно. Начало вообще прикольное. Думаю, что нас ожидает впереди еще масса интересных впечатлений мы получим. Всяко-разных пейзажей. Собственно, за этим мы и сюда и приехали.
костюмчик прикольный. Бля, ты с Мишкой много не говори лишнего. Мне потом из-за тебя приходится видеть. Патриархат, женщина, самая, так скажем, единственная царица, которая откладывает личинки. Царицу можно увидеть иногда, она примерно 4-6 сантиметров в длину, имеет крылья и вытянутую структуру. Она единственная в своем муравейнике. Больше нету там никого, женщин. Именно она откладывает яйца и структурирует сколько каких муравьев. Да, тоже космос. Той подъем начался. Ощущаем. У тебя ничего не болит? У меня все болит. Вон здесь болит. Половину прошли. 3 километра. Еще сколько идти? Еще 3 идти. Давайте тут фоткаться. Давай. Каменная река. Каменная река, да, называется? Каменная река. А что они так странно все сложены? Ну, это каждый, кто здесь появится, надо, чтобы это сложил пирамидку. Почему? Ну, надо так, положено. Так что давай складывай свою пирамидку. Ты тоже будешь? Конечно, сейчас фига. Нет, не откладывай здесь пирамидку. 2 километра осталось. Как в сказке. Елочки такие еще. Интересные. Осталось где-то 1.5 километра. Вон туда. Подходим к подножью. Да? Нет, еще не подножье, еще не дошли. Еще 700 метров до подножья. И где-то 700 метров вверх. А, что ты сейчас сказала? Че? Что будет? Марш-бросок. Марш-бросок. Отсюда до сюда. Топай. Вот почти до вершины добрались. Больше будет.